Короче, это такое срочное включение. Сейчас читаю комментарии по поводу моего прошлого видеоролика и в шоке по поводу того, что пишут люди, продался, слился и так далее, да, хотя, опять же, мне никто не заплатил, да, и в последнее время я вообще не провожу никаких стримов, поэтому мне никто и не донатит. Поэтому говорить, что я это делаю там за чьи-то деньги, да, тем более я даже стримы не провожу, но, знаете, ребят, это некрасиво. Это правда некрасиво, но хорошо, тему по поводу останков я больше поднимать не буду. У людей свое мнение, у меня свое мнение, да, давайте будем просто ждать. Но я просто рекомендую некоторым людям зайти на официальную страничку, на официальную группу семьи Владислава Бахова ВКонтакте, да, и посмотреть, кто выложил предпоследнюю запись интервью адвоката семьи Владислава Бахова Надежды Бородкиной. И вы снизу увидите, это Валерия Ветер. И я до сих пор остаюсь на своем, что именно этот человек подставляет семью Владислава Бахова и ей манипулирует. Ну и вот вам в конце еще раз запись, да, и все, ребят, про останки я больше не касаюсь, давайте действительно будем ждать. Видя по моему уставшему лицу, это был съемочный день, у нас только закончилась там очередная съемка программы. И про то, что про останки было сказано, что типа не его, что-то в таком ведь контексте. Короче, блять, и он общался с Ваней, но он реально Ваня не знал, что он собирается выходить в такую трансляцию вот с этой вот хуйней. Смотрит Следственный комитет, смотрит Москва, блять, говорим, что на останки не его, блять, понимаешь, или что там, блять. И про останки, а не его, блять, эти останки, это точно его. Везде уже не Смоленский, потому что Москва работала над останками, это его.